Добрый вечер, уважаемые гости, друзья. Я очень рада, что вы все нашли время посетить замечательное это событие, выставку Георгия Кабуладзе. А также хочу поблагодарить господина посла за возможность нашему дипломатическому клубу провести здесь это мероприятие, что есть возможность у людей посмотреть этот красивый особняк, очень красивый зал и работы художника. Хочу сказать, что мы занимаемся публичной дипломатией уже на протяжении нескольких лет. Президент клуба Сергей Викторович Дворянов, к сожалению, сегодня не в Москве, но он вас всех приветствует и поздравляет также заочно с праздником национальным господина посла. И хочу сказать, что культура – это то, что все объединяют все страны и народы. Она не имеет ни границ, ни виз, ни санкций, ни правил. Поэтому очень радостно, что господин посол тоже сам любит искусство, поддерживает его, занимается живописью. И хочу передать слово художнику, нашему другу Георгию Кабуладзе. Добрый вечер, уважаемые гости. Хочу поблагодарить всех вас за то, что вы нашли время и приехали на это мероприятие. Хочу также поблагодарить международный клуб дипломатический. Хочу поблагодарить посла Республики Йемен и всех друзей, кто по возможности приехал, и гостей, кто, у кого было желание и не смогли приехать. Всех хотел поблагодарить сегодня. Вот, я вам представляю работы своих 20-летнего труда. Здесь три направления. Тематика городской живописи, натюрморты и композиционная тематика. Вот, что хочу сказать? Хочу сказать, что талантом я одарил творец всех людей. И вот одним из талантов, которым я использую сегодня, это живопись. И я очень благодарен на самом деле творцу за это удивительное качество и все, что вы здесь видите, на самом деле. Спасибо вам еще раз, и выставка считается открытой.